результате ДТП пострадали 22 российских туриста, 2 человека из Конго, а также водители машин, жители Абхазии. Столкновение было такой силы, что 2 пассажира микроавтобуса вылетели из него. Одного жителя Омска придавила машина, и он скончался. 13 взрослых и 1 ребенок поступили сначала в местный стационар, а оттуда на каретах скорой помощи в сопровождении полицейских и МЧС туристов доставили в сочинские лечебные учреждения. 7 привезли в 4-ю городскую больницу. Из них 5 были госпитализированы, 2 была оказана амбулаторная помощь. В настоящее время в стационаре остаются 4 пострадавших. 2 из них планируется хирургическое лечение. Все пострадавшие средней степени тяжести, состояние их стабильное. С переломом ребер и ушибом головы в отделении сочетанной травмы поступила и Алла Величко. С невесткой и 4-летним внуком они отдыхали в Абхазии уже 4-й день. Решили напоследок съездить в Пицунду. Место отдыха оказались в больнице. У невестки легкая травма ноги. Малыш не пострадал. Сегодня они уже отправились домой в Ростовскую область. А вот Алле Николаевне лежать в больнице еще как минимум неделю. Приняли замечательно, очень оперативно. Ну, здесь, конечно, обследование, тут оборудование, больница новейшая. Вот, все, и УЗИ внутренних органов, и рентген. Ну, все, что нужно было, сразу анализы. Мы не думали, что вообще нас вообще так организованно вывезут, что о нас узнают, что вообще мы думали, мы будем там лежать и все. Оказывается, все очень оперативно. Прям мы не ожидали, честно. Ну, рады. Еще больше были удивлены пациенты, когда в их палаты зашла делегация во главе с мэром Сочи. Анатолий Пахомов интересовался их самочувствием, спрашивал, довольны ли они качеством медицинских услуг в этом лечебном учреждении и, конечно же, пожелал туристам скорейшего выздоровления. Вопросов по размещению, по лечению никаких нет. Это самое хорошее место, где мне доводилось все быть. Курить нельзя, но тут... У нас в городе даже курить нельзя. Приезжают на отдых, поэтому надо постараться здесь бросить, но если уже не получается, в специально отведенных местах надо. Но уверен в том, что на ноги поставят вас. Ты пострадавшие наши... изъявили желание оперироваться в этой больнице? Не, ну понятно, я уверен, что это клиника у нас хорошая. Находиться в стационаре пострадавшие будут до конца следующей недели. А вот по факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое передано в военную прокуратуру, так как за рулем иномарки, выехавшей на встречную полосу движения, находился военнослужащий. Кстати, нарушения выявлены и в части микроавтобуса. По данным Генпрокуратуры Республики Абхазия, количество туристов, находящихся в салоне, было больше, чем оборудованных для сидения мест, и не были обеспечены условия безопасной перевозки пассажиров. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.